кино на ТВ Рус. Здравия желаю. Дело серьезное. Прислали СМС с требованием выкупа. И что, много потребовали? $300,000. Она мне что-то подсыпала. Дама с загадочным именем Багира. Ну, если я, конечно, правильно прочитал на вашем бейджике ваше имя. Вы могли бы дать мне один шанс? Шанс попытаться вас удивить. Ну и куда мы приехали? Вот здесь я и живу. В связи с этим я предлагаю подняться наверх. Нет, пожалуй, не буду рисковать. Где и когда ты должен передать ей деньги? А я разве не говорил, что чертовски обаятелен? Ты мент, что ли? Я до сих пор не знаю, как тебя зовут. Твое настоящее имя. Что, все так плохо? Лекарства больше не помогают. То есть это все, что ли? Где Багира? Она уволилась. Если я ее люблю, просто не могу найти. Мне нужно кое-что узнать об одном из ваших пациентов. Она неизлечимо больна. Сколько ей осталось? Светлана Ходченкова и Петр Красилов в фильме «Удиви меня» в субботу на ТВ Рус.